Я остался один. Мне больно. Excuse me, Sunny. What kind of beer do you have? Команда российской сети пиццерии Додо Пицца отправляется в бизнес-экспедицию по Китаю, где открылась первая пиццерия сети в этой стране. Это Ваймайда Пицца. Это фирменная Додо Пицца. Китайцам тоже нравится. Федор Овчинников, руководитель компании «Додо Пицца». Котики, подписывайтесь и ставьте лайки. Леонид Данчиков, директор по маркетингу. Она кричит тебе, возьми меня. Руслан Северинов, маркетолог. И Алексей Звонцов, видеоблогер из Владивостока. Мне не нужно ни холоднее, ни горячее. Счастью нет предела. Преодолеют 2500 километров. Несколько часов в машине, и мы прибудем в город, где открылась первая пиццерия Китая. От Гонконга до Янтая. You speak Chinese? No. Чтобы понять, как живет бизнес в Китае, какие правила действуют на этом неизвестном рынке. Работники парикмахерской настраиваются на день. Это, ну, мощнейшая идеология. И какие возможности открываются в Поднебесной перед российскими предпринимателями? Это 1 320 000 квадратных метров помещений. Команда экспедиции посетит гигантские заводы и кустарные производства. Но он может заработать в месяц благодаря этому станку 5-6 тысяч юаней. Исследуют мегаполисы и городские трущобы. Знаешь, именно так себе представляют средневековье, темные века. Изучит быт крестьян и кампус крупнейшей IT-компании Азии. Мы находимся сейчас в офисе Alibaba. Кстати, на крыше тоже есть беговая дорожка, она по всему кампусу идет круговая. Путешествие начинается. Додо Пицца захватывает Китай. Подписывайтесь на наш канал и получите возможность отправиться в Китай вслед за командой Додо Пиццы. Ведь когда сериал завершится, среди всех подписчиков канала будет разыгран сертификат на поездку в Китай. Хотите вместе с нами реализовать масштабные цели? Создавать глобальную компанию из России? Присоединяйтесь к команде Додо Пиццы. Следите за вакансиями нашей компании на сайте sila-uma.ru.